Всем привет! Не снимал видео в районе 2 недель. Вначале болел. Я же самый тяжело больной в мире человек. Температура, красный здоровенный нос натер от насморка. Ну, а потом был небольшой ремонт. Продолжил, так сказать. Вот сделал себе такую стеночку, забабахал. Как говорится, своими руками. Так, что-то меня не в ту сторону потянуло. Вы же на распаковку пришли посмотреть, а не на мою личную жизнь. Ладно, поехали. Открываем первую посылочку. Блин, я уже даже разучился, как это делать. Что-то мне тут напечатали. Непонятное. Так, вот. Пакетик пустой. Не пожалел ни пленочки, ни скотча, ничего продавец. Запечатал. Серьезно. Да. Так. Здесь опять какой-то пакетик. Да ёлки-палки. Так. И здесь у нас находится насос. В комплекте идет чехол на защелке такой. Ну, чехол так себе. Говененький. Но, в принципе, заказывал-то его не для чехла, а заказывал для того, чтобы был насос. И, соответственно, игла для мячика. Заказывал еще себе отдельно иглы. В каком-то другом магазине, по-моему. Так, игла села плотненько. Ну, вроде бы дует. А насос, я так понимаю, какой-то масляный, наверное. Ну, по крайней мере, смазка есть. Вот присутствует, видны следы. И слышно, как хлюпает. Есть у меня мячик. Я сейчас немножко возьму этот мячик, покачаю, покажу, работает, не работает. И есть другая насадка для каких-то бассейнов, надувных кругов или чего-то такого. Насос не самый дешевый на AliExpress. Были насосы меньше доллара, там что-то по 70 центов или поскольку. Этот, в принципе, я думаю, прослужит лучше, чем те. И он даже на ощупь такой крепкий. Основание для иголки проклеено, металлическая вставка с резьбой, сама ручка такая серьезная, плотненькая, и ход у насоса достаточно приятный. Так, пока качаю мячик, хочу объявить о том, что теперь в каждом моем видео будет проходить конкурс на 100 российских рублей. Условия достаточно простые. При просмотре видео в случайном промежутке времени вы будете видеть на экране какое-то слово. Пишите какое-нибудь предложение в комментариях с этим, именно с этим словом, и вы принимаете участие в моем конкурсе. Ну и также обязательно быть подписчиком и поставить лайк. В общем, вот такой вот получился у нас насосик. А мы переходим дальше и открываем следующую посылочку. Здесь я уже чувствую, что находится бумажник для документов. Вроде бы как кожа, хотя какая-то кожа. Бумажки, целая куча каких-то непонятных бумажек. И у нас здесь вот такой вот дермантин, автодокументы. Криворукий рукожоп. Пахнет какими-то слегка грибами. Ну вот моя старая книжка от документов и теперь новая книжка. Все те же самые документы у меня вмещали здесь, и она была приблизительно вот такой толщины. Это практически в 2 раза толще. Но это как-то пока не очень. Поношу, хрен его знает. Не понравится, выкину. Копейки стоит. Очередная посылочка. Открываем. Здесь нам прислали китайский воздух. Очень классная упаковка. Реально очень классная. Всегда смартфоны, планшеты китайцы, как правило, присылают именно в такой упаковке. А здесь нас встречает товар, за который я уже выиграл спор. И он мне достался бесплатно. Вот такая ручка для душа, для ванной. Ну, в общем, поливачка. Настоящий лей! Ехала очень долго.
месяца 4, может быть, даже полгода. Если честно, не помню, даже не буду смотреть, но я знаю 100%, что я по ней выиграл спор, мне вернули за нее деньги. Открываем следующую посылочку. И здесь у нас вот такие два разветвлителя. Дайте мне больше света, скажу, наверное, своим софтбоксом. Поставлю основные свои лампы и вкручу какие-то дополнительные, чуть-чуть поменьше, чтобы у меня были софты мои не по 60 ватт, а ватт по 100, наверное, чтобы выдавали, ну, по 80 хотя бы. Немножко, чуть-чуть совсем света мне не хватает. Не знаю, видно вам это на видео или нет, но я себя чувствую не очень комфортно в своем освещении, поэтому решил заказать вот такие патрончики. Кручу, поставлю, посмотрю. Блин, если они будут фуфельные какие-нибудь, я вам потом в каком-нибудь комментарии мне напишите, спросите, я вам отвечу, фуфел или нет. Потому что так конкретно видео показать я не смогу. Это надо потестировать несколько дней, не знаю, несколько, наверное, даже может неделю или больше. А написать, что бляха, ребят, классная вещь, прямо сейчас вот в этом видео сказать или написать под видео... Ну, я не хочу, это будет обман. Поэтому, если кого-то заинтересуют эти штуковины, пишите мне в комментариях. Я обязательно, когда протестирую их, я вам напишу, нормальный, годный товар или нет. А мы переходим дальше. И вот где-то сейчас появляется то самое нужное слово на экране, с которым вы должны написать комментарий. А здесь у нас вот такое оружие. Детский водяной пистолет. Тоже как-то заказал его. Какие-то он детали приехали поломанные. Да и хер с ним. А, вот здесь вот отломался чуть-чуть курок. Да, как говорится, какие бабки, такие тапки. Ну, сам этот курок работает. Здесь идет вот заливная горловина. Залили сюда водичку и качаете. Ну, по идее, должен работать. Он же все-таки стоит бешеных денег. В районе там что-то доллара. И у нас последние две посылочки на сегодня. Сразу открываю две, потому что я знаю, что приехало. По тактильным ощущениям я нащупал, я понял, что внутри. И поэтому не буду тянуть кота за хвост. И сразу вам выложу все карты на стол. У нас здесь находятся USB звуковые карты. Три с кнопочками, вот такие, регулировка громкости, и три обычных. Сами звуковухи очень классные. Немного подбарыживаю ими. Налетай, торопись, покупай, живопись. С вами был Саша. Обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. Ссылочки на кэшбэк и на все товары вы найдете внизу под видео. А я с вами прощаюсь. Пока!